X5M50D. Это моя машина, на которой я езжу каждый день. Куплена мною новой в 2016 году. У этой машины один из лучших в мире дизельных двигателей. 3-литровый дизель с 3 турбинами и мощностью 381 лошадиная сила. Машина полный сток. И сегодня мы с вами замерим, как она едет до 100 и 200 км в час без каких-либо чипов и других доработок. Пробег у машины на момент записи этого видео составляет 75 тысяч километров. Ну что, вот он полигончик, чтобы мы могли нормально померить, никому не мешая. Как же едет моя X5 M50D. Вот там вот проклеенная трасса, а я буду ехать по обычной, по обычному асфальту. Итак, первый режим – это обычный комфорт, коробка в обычном режиме, просто городской режим, то есть, грубо говоря, если вы просто решили нажать на газ, стоите на светофоре и решили нажать на газ в пол. Посмотрим, какие будут у нас данные. Так, что у нас получилось? Что-то получилось 6,98. Так, итак, сейчас мы пробуем просто. Левая нога стоит на тормозе, правая на газе. И просто нажимаем, отпускаем, одновременно нажимаем. Что у нас получилось? 6,25. Не знаю. Короче, результат так себе. Итак, сейчас мы попробуем, значит, режим Sport Plus. Отключенная стабилизация, коробка в спорт режиме. И тоже переставляем педали, ногу с тормоза на газ. Так, что получилось? 6,19 до 100. Что-то вообще никак не получается, хотя бы из 6 секунд. Ну, потому что, скорее всего, надо ехать с ланча.
Ну, хотя бы мы посмотрим все варианты режима, все варианты. Так. Ну что, сейчас мы попробуем все то же самое. Режим Sport Plus. Коробка в спорт. Стабилизация отключена. И уже попробуем с 3000 оборотов. Получилось 5.88, хотя по паспорту у нас сколько? 5.3. Ну, то есть близко, но не совсем. То есть получается, что все-таки паспортные данные никак не дотягиваем, ну, короче, до паспортных данных. Так, ну давайте еще третий раз попробуем. Получилось 5.74, то есть третий результат получился самый лучший, но до паспорта 5.3 не дотягивает. В общем, как-то так. Обратите внимание, какая классная приборка и что BMW сейчас делает в новых машинах. Почему нельзя было вот оставить, например, хотя бы вот это или как-то, ну, просто модернизировать, сделать там более красиво. Но то, что они сейчас сделали, это просто кошмар. Ну, это на мой личный вкус. Так, ну что, попробуем 0200 без ланча, просто с двух педалей. Так, ну что, попробуем 0200 с двух педалей. Как-то так. 0,226 и 4.